Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Стою возле призывной дельницы в военкомате. Отнес акт, сейчас заполняют там, сказали, что не годен. К этому там, ну, надо акт написать для прописки. Вот потом зайду, заберу справку о несудимости. И потом завтра сюда уже на то, чтобы поставили печать, чтобы взяли на учет меня. А потом с этими документами уже на прописку надо ехать. Поэтому такая вот волокита получилась. Много призывников ходят по врачам. Врачи, кстати, интеллигентные, очень особое старшее поколение, вот, которые там мужчины такие, там психиатр, по-моему, не психиатр, не помню. Ну, интеллигентные врачи, такие дедушки, прям такие культурные. К терапевту вам не надо. Говорит, а вы уже были. Такое все. Призывники. Пришел забрать справку о несудимости, делается по интернету дня 3-4 всего, бесплатно абсолютно, потом забираешь вот здесь, там, где я первый раз приходил. Вот тут такой пустой офис, никого нету, но это открыто. Понедельник у них выходной, по-моему, поэтому, чтобы вы знали, справка по интернету заполняется на сайте, он и очень быстро делается, кому надо, так что наша правда, торговый центр забрать можно, но там несколько адресов, где можно забрать, мне удобнее этот. Да, из Днепра, да. Здравствуйте, вот пришел тоже зрительница, работает. Вот предложила почистить телефон чем-то. Это у вас средство какое-то? Да, это чистое средство бельгийского производства. Индийского? Бельгийского. А, бельгийского? Да, фирмы Кризал. То есть технику мы чистим на тряпочку, брызнули и вытерли. Вот это можно и ноутбук, да? Там. Все, что хотите. Ноутбук, экран телевизора, планшет, компьютер. Мобильные телефоны, очки, ага. Кожу, замшу, мех. Это вот это, да? Посуду, да, только не моете посуду. И вот с двух сторон мы его вытерли. Он становится как новенький. Я понял. Я прохожу, мне предложили, говорю, давай телефон тебе почищу. Я говорю, я вас сниму видео. А что у вас еще есть интересное такое? Пятновыводитель, тоже это бельгийского производства. Вот это, да? Да, выводит все пятна, кроме засохших краски. Антизапах в обуви, мусорное ведро, места обитания животных. Это все с пробиотиками, то есть без химии. Очень хорошо работает. Это средство для зубных щеток? Это средство для чистки зубных щеток, да. Зубная щетка стоит вниз головой, днем и ночью, раз в 5 дней меняйте раствор. Вот это вот все бактерии находятся на зубной щетке, которые портят нам зубики. Поэтому рекомендуем. А вы где вообще стоите? Как бы только здесь или в театре? Здесь и в оперном театре. И в оперном театре. А в театре вы по каким дням? А в театре каждые 11 дней, вот знак эколайбл. Эколайбл. Да. То есть экологически чистое все. Ага. Вот эти вот бактерии все на зубной щетке. А когда они стоят в этом растворе, умирают, все бактерии, да? Опускаются вниз. О, как вниз. Чисто, правда. Да. Вот так вот хотя бы раз в неделю не остаются отпечатки пальцев. А что еще есть у вас? Смотрю, вот низ. Нож кредитка. Это что значит? Это у нас тоже хит продаж. То есть вот так вот он берет, собирается, лежит в бардачке, в машине, в сумке, в кошельке, как хотите. Очень острый. Ага. Так можно что-то порезать. Конечно, да? Колбаску. Маски косметические есть. Ну, я, кстати, вот эти у вас покупал хорошие, мне так нравятся. Они, я пользуюсь ними. Да. А это что такое? А это у нас тибетские травы, пластырь. Вы ложите на проблемное место. И ходите 5 дней. Через 5 дней он отпадает. Все токсины и шлаки вытягивают эти травы. Ага. Вот. Также биогель для домашнего маникюра и педикюра. Одному человеку хватает на год. Очень густое. Это что, снимать, да? Да, краску? Это на сухую. Нет, это на сухую кожу нанесли. 10 минут посидели, через 10 минут горячую воду. И щеткой, пилкой вот такой вот все отлетает. Кутикулу на минуту. А, то есть не надо вот это... кислоты. Ничего не надо, оно все отлетает. Ничего себе. Да, это фруктовые кислоты, это английское средство. Ага. Очень хорошее. То есть вот эти вот, у меня такие ногти, конечно, страшные. Вот это вот что намажешь? Кутикулу там... на минуту. Вот, да. Это что вокруг ногтя, да, оно, да, отлетит, да, само, да. Да? Нет, не отлетит. Намазали, минуту посидели, потом палочкой для ушей так отодвинули, как кисель. Прикольная штука. А это для ванных комнат на тепер ржавчину. Да, это вот известковый налет, ржавчину, все убирает на сантехнике. Это щеточки очень хорошие, да, здесь щетинки выше, ниже,
А, кстати, мне стоматолог вот рекомендовала, чтобы были не просто как бы вот ровная поверхность, а чтобы было где-то выше, где-то ниже. Вот, они тогда вот хорошо. Они, совершенно верно. И мягкая. Вот можете попробовать. Вот, то есть не травмируют десну. Вот попробуйте. Желательно вот такие. Вот так вот, вот рот засунуть? Да, кстати, мягенькие. Да. Это мочалки, я так понял, да? Ручной работы. Из джута, джут растет в Индии. Надо же, Киос. Интересные товары. А это антихрап. Клипса с магнитиками. Это что значит? Да, совершенно верно. Одеваете вот эту клипсу и не храпите. А куда ее, в ухо? Нет. Куда? А куда? Нас будут все смеяться. В нос? Сюда в носик. И что, серьезно? Воздействуют на точки. Да, и все, человек перестает храпеть. Это же надо. Да, то бы в ухо еще. Ну да. Это перчатки защищают. А это да, это перчатки. Если вы намазали ручки, то есть вы защищены от всех бактерий до 8 часов. А, то есть на улице, когда идешь, ты... В транспорте. Как типа антибактериальные, да, такие? Сейчас дам попробовать. Интересно. В кафе, ресторан, пришли, руки мыть не надо. Побрызгать надо, да? Не брызгать, вот я чуточку, это мой домашний. Все. Ага. А теперь вот так вот со всех сторон. Ага, сейчас. Вот. И руки сейчас. Потом мягенькие, ага, нежные. И натру. Давай подержи. Защищены от всех бактерий. Вот такое вот приятное чудо. Ага. Да, да, да. И все. До 8 часов. То есть пока не помоете руки. И оно не будет ничего, не это самое, не один, проникает туда. Да? Ни одна инфекция вам не страшна. А в носу можно не попасть? И в нос. И в нос совершенно можно. Верно. Сейчас я покажу. Да, особенно деткам это актуально. Вот. Вот когда они идут в садик, в школу, я вот делаю самому внуку вот так, и вот так. Все. Это типа как оксалиновая мазь, вот некоторые пользуются. Да, это да. Такое. И все, вот это 8 часов, ни одна инфекция не попадает. Ой, спасибо вам большое. Да, дай пожалуйста. Вам Бог продаж хороших. А в театре вы по каким дням бываете? Будем на выставке? 2 апреля. Театре, да? А где вы там, на первом на этаже? Этаже? На втором этаже, да? На втором этаже. Так что вдруг кто-то заинтересовался, то приходите в театр на ярмарку. Или здесь вот. А здесь вы наша постоянно, да? До 30 марта. Да, до 30 марта. А потом? В оперном 2 апреля. А потом? Опять здесь? Опять сюда. Вы, то есть вы здесь постоянно, так сказать, да? Это наша правда, торговый центр, второй этаж тоже подняться. Вот где я справку заказывал в этом, и вот рядом. Ну, удачи вам, всего хорошего, да. А, давайте. Чистила мне второй телефон, так вообще хорошая женщина, такая добрая, видно. Правда, так хорошо вычистила. Ну, конечно, я залапываю, но хотя бы протирать эту инфекцию. Бачите, как. Сделали справку, дали о несудимости мне. В общем, бесплатно абсолютно. У них выходной, воскресенье и понедельник. Поэтому, если кому надо, то заказывайте. Не ходите, потому что месяц ждать. А тут мед продают. Медок. Так, все, я не годен там, короче. Теперь мне надо ехать в театр. А завтра уже пойду туда, поеду в военкомат, чтобы они же меня взяли на учет. Теперь там же несколько контор. Это больница, я там. Надо, чтобы на учет взяли, а потом сюда вот на прописку. Прописка за этим зданием там. Чтобы выписаться и прописаться сразу. Все, сажусь, иду на автобус. Вот моя довідка о несудимости. Не привлекался, чтобы не придумывали, знаете, что может я еще и судимый за убийство там сидел. Так что вот такая штучка. Довідка несудимости. Есенин. Лермонтов. Юме. Лермонтов. Писалось с ошибками. В театр. Ой, есть хочется, аж тошнит. Думал, так пройдусь немного. Думал, аппетит пропадет. Оно еще пуще. Не проходит. В такой погоде, пока дойдешь до театра, можно щелкнуться. Вот так вот все наметено, что просто невозможно идти. Идешь уже уставший, как собака. Все в сугробах. Все машины, весь театр. Ой,
Кошмар. Центр города. Где коммунальные службы? Ой-ой-ой. Здравствуйте. Ой. Просить надо. Страшная. Просила возле перехода. Простых просил не дает, как просил не встает. Просила. Сразу противно такое. Это, кстати, мой любимый водитель. Я еду, сейчас вам покажу, буду выходить. И дедушка хороший нашел когда-то рукавицу, мне отдал. 56-я маршрутка, самый любимый водитель. И поползли по кучугурам. Все в снегу, март месяц. Спасибо. Такие люди есть неприятные. Не дай бог там шоу уже сразу кричит, я ж там, я ж там. Знаете, машина едет, я не лезу никогда. Уже если остановилась, то я иду. Если идут, то очень быстро. Люди прутся под КамАЗ. Хай бы проехал. Здорова машина, пока остановится. Я всегда уважаю автомобилистов больше, чем пешеходов. Вот тут мужчина стоял, торговал много лет. Полиция приехала, выгнала. Без совести. Продавали люди там мяско домашнее, там какие-то копчености. Выгнали. Суки такие. Что тут? Кто чем дышит на тебе? Так. На чем опиум для народа? Перчик по 46 уже. Ой. Морковка вяла. А не, не вяла, твердо, то намыта просто. Свекла хорошая. Вот я покупаю вот эти овощи итальянские. Вот эти очень хорошие, то, что я говорил. Вот итальянские. Там есть такой пакетик с травами внутри. Поставил. Очень хорошие вот эти. Так. Что тут? Яйца. Тортики. Я рошеновский не беру никогда. Что я еще тут такое покупаю интересное? Вареники беру, кстати. Ой. Купуйте продукцию власних торговых марок АТБ. Понад 500 найменований якісних товарів від провідних національних та світових виробників з вигідними цінами. Жуква. А что мне надо, я даже не знаю. Все. Ананасы. Если вылазит серединка, значит спелый. Вот этот спелый. Вот он. Ой, значит, это вылезло все. Вот это не дуже. Так, мне ничего не надо. Пойду домой. Гляньте, как работают коммунальные службы, хорошо. Что это за один день накидали, что ли? Дивіться. Беспредел який. Прямо на проходе идешь, воняет, как скотомогильник. И хоть голуби поедят сейчас. Вон, кстати, мамин балкон. Вот это вот. Вот, незастекленный.
на эту сторону выходит. Смотрите, какие сугробы. Ужас. Замело. Здравствуйте. Мило, мило по всей. О, окошко. Здрасте. Комп'ютерний мастер, живу рядом. Приходьте в гості. Виглядають, в окно сидять постоянно. Хто що, якщо случиться, ніхто нічого не бачить. Так сіли завищі з мами. А що так? Це вже таможня. Нічого. Щоб усі боялися, щоб не насміхалися. Ой, все-таки тяжело пятый этаж, ребята. Покупайте как-то пониже квартиры. Потому что пятый этаж даже для меня он уже... Ой, старею. Та-та-та. Там-там-трам-трам. Встречаю, видите? Мусор так и не выкинул. Какой лапы? Муркаешь. С приветом. Смотрите, сколько мусора. Так, подождите. Ой. Ой. Налазился, как кобылища душа. Вот ботинки, давай. Соскучился. Ботинки хорошие, что Мила вот эти купила. Подарила. Спасибо, Мила, огромное. Очень-очень хорошие. Не промокают вообще. Я хожу по снегу, по болоту. Не промокают. Так, что тут? Ах ты бессовестный. Ты зачем Божью Матерь выкинул? А? А ну иди сюда. Перекидывай Божью Матерь. Что с утра, что с вечера? Ты что, Иисуса подрав? Ну у тебя совесть есть, Томас, или нема? Ну это вообще бессовестный. Он что-то подрав уже. Оно ж бисер, понимаете? Оно когтями впивается. Он ему голову раздер, по-моему. Надо ей вишать, ребята. Вину хайдохка ей. Ходи, ходи, їсти, скорей, скорей жрати, скорей. Я компотик варив вчора, я показував. Посудку так не мив ще. На, на, зараз дам їсти, зараз. Я сам ще голодний, в роті нічого не було. Візиш, прийде батька в пекло. Споласнуємо, споласкиваю постійно. Тарелочки. Надо покушать, надо помыть. Котик любит чисто кушать. Зачем ты так с иконой поступил? Айван стоит там. Что ты там стоишь? Что ты так с иконой поступил? Так, все. Выворачиваем всю еду. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. На, иди. Иди. Чемберный. Шиш, не надо в ноги падать. Сейчас будет в ноги падать. Это постоянно так. Ой. Иди, ешь, иди, иди. Кочевряжешься тут. Иди, ой боже. Иди, иди, кушай, иди уже. Все, все, не надо меня благодать. Не надо. Ой боже, ой ти мой лоб. Ох ты мой хитрый, ох ты хитрый, как тебя не любить. Иди, ешь, иди. Куклачов задрипаний. Иди. Ой, все погладит, да. Вся квартира любимая, їсти ему. Иди, ешь, иди, все, иди. Иди, хватит, хватит, хватит на публику работать, иди. Сейчас это он будет есть теперь, успокоить. Не, мало. Что? Что такое? Что такое, мой красавчик? Что такое, мой любимый? Я пришел, да. Да не бросил же я тебя, нет.
Ні, я ж тебе люблю. Я ж тебе люблю, Мирзат. Не брошу тебе. Ні, ні. Ти мій красавчик. Іди. Іди, кушай, іди. Іди, все, можеш їсти. Зараз буде їсти. Це в нього такий ритуал. Ань, ще мало. Ще мало, ще потрешся. О, клубничку, бачите, яку зварив. Тепер ось це треба сполоснути опять. Вилить. У мене, ребята, така робота вчора була в 4 утра. То ли от этого мяса, что я приготовил, ребра жирноватые, знаете, получилось, я наелся за ладовки. Рвало просто дальше, чем можно было себе это представить. Желчью всем на свете. 4 утра. Так что такая фигня. Все, это хай растывает. Что такое? Что ты не иси? Что ты не иси? Что ты бегаешь? Як ошалели. Бігає по квартирі. У мене чистота, порядочок. Постельку собрав, утром став. Завтра прийдуть. Іще аналізи мамі брати. Давай, давай, да, подери. Я може його продам хоч за 3 тисячі. Він стоїв 12, дереш. Це 1500 доларів стоїло. На той момент, як покупалась. Вон сусідка прийшла. Іще. Дереш, ти його купляв? Іди їж, іди їж, кажу. Іди, іди, чухай, біжи їсти. Не ходи як шалопай, знаєте, як наркоман, треться всі угли. Іди їж, іди, іди, іди. Їж. Ой, щоб тебе на ручки взяли, да? Щоб на ручки взяли, твою мордяку лежу, да? Іди кушай, іди. А, не хочеш, іди в сраку. Я буду нянькатися з тобою. Мусора 3 пакета. Это там открытки от конвертов, там разные, еще никак не повыкидываю это все. Ой. Реле я не знаю, кто знает, как это делать. Вот, 235 у меня, чи сколько, максимальная. 170, о, 235 и 175 минимальное. Как его делать, я не знаю, вот так сбросить. Ну, дальше что? Что делать? Как поменять? Ну, вот я зажал, допустим. Потом, ну как верхнее выбрать, нижнее? Что это 48? Что я сейчас сделаю? Что это? А! Ой, бляха-муха, что я сделал, ребята? Это должно быть выключено. Что я сделал? Ну все, хана. Ну что это такое? Что это за 60? Ой, твою мать, что я наделал? 235? 175, ничего не поменялось. А что-то было 60. Фу, аж плохо стало. Думаю, сейчас да искать электрика среди бела дня. Все. Так. Там жрать не давав. Они не в чае плавают, водичка белая. Это на фоне желтых стен, она кажется желтой. Давай, сожри, сожри. Видишь, свои пылькой туда. Это рыбкина еда. Рыбкина еда. Рыбкина. Тобі це не надо. Вчора притягнув на диван. Просипаюся, ця штука на дивані. Як вона очутилась, оце чудовище тяне. В рот бере його і затовує на диван, щоб я йому дав. Іди, 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 не біси мене. Іди, не біси мене. Іди. От уже мерзавець, от уже мерзавець. Он же такой хитрый, твой кот. Он же хитрый, такой подлый, хитрый. Он как скучает за мной, он не кусает, ничего. Он как скучает, он такой добрый, ласковый. А потом, как надо есть, он сразу же кусать начинает. Ай, ты мой красавец. Ты что, молишься перед иконой? Молишься? Що ти робиш, паскуда? Чого ти її дереш? Ти що, дурний? Не розумієш, що це Божа Матір? Що ти робиш?
А? Чо ти ореш? Чо ти ідереш? Чо ти ідереш? Ненормальний який-то. Дам по башки, будеш знати. Куди її запрятати тепер? Безсовісний. Дере, божу матір. Іди відсюди. Жопай крутиш, проститутка. На планетний. Іди, лунатик. Ну що, куди мені дівати тепер? Це принадилась драть, це буде драть. Цепляється когтями і дере. Ти нормальний? Ти нормальний? Це ікона. Це ікона. Ой, обірвав, хай Бог милує. Получиш по сраки, не роби цього, не роби. Ти ж нормальний кот. Нельзя цього робити. Нельзя цього робити. Що? Що? Ой, боже. Це вообще якесь ненормально. Чесне слово. Давай, давай, да. Ох, уже ти бандит. От уже подлец такий любимий. Це ж любимий подлец. Ну чого ти такий подлец, а? Таке вже чудовисько. Таке вже чудовисько. Хоч що робимо, нічого не зробиш. Ой, ой, здоровий я тяжелий. Ой, здоровий тяжелий. Що? Що? Будеш гладитися в мене тепер? Ой, хитре, ой, хитре таке. Ой, хитре, ой, хитре. Що таке? Ой, да, любиш там велику, да. Ой, любиш, божечка. Да. Ой, да, да, любиш. Любиш, мій зайчик, любиш, і я ж тебе. Ах, іди в сраку. Іди отсюда. А тепер пішов жрати. А тепер пішов жрати. А тепер він удовлетворився. Понимаете, вот до кондиции, что он мене, может, знаете, главный надо мной, и пішов жрать. Это охотник. Я так и знал, что он будет лащиться до тех пор, пока не, или не вкусит, или не покажет свой характер. Вот вам и все. Ой.